Мои дорогие, привет! Как у вас дела? Все у вас хорошо? У меня все нормально, но опять немножко, конечно, опухшая вчера. Ой, не было времени снять видео, у меня немножко ремонт в коридоре, обои меня, и поэтому вот так. Мерабатаки пчелорам насылсыныз, иимсыныз, бен иимбенесорсыныз, тешеккер эдерим. Бүгін бен гестереджем сізе, не кадар не бенде вар. Не кадар кил вар, не кадар тебешир вар. Окей? İsimlerini dinle, yani Rusça söylesem de anlarsınız. Çünkü adı Rusça. My dragie, hi my dear, how are you? Irak, İran, Azerbaycan, Uzbekistan, hi. Еще какой-то город был, ох, не помню. Но все равно всем городам и странам большой привет от меня. Вот. Хочу показать вам у меня, что осталось. Сколько у меня глины и сколько у меня мела. Ну, давайте посмотрим, да? Глина. Начнем, наверное, вот как-то отсюда. Шуан киль. Вот столько у меня лаванды осталось. Я ее, правда, много и не ела. И отправила 3 килограмма в Турцию. Был человек, и думаю, хотя бы через него отправлю. Отправила через него, помните, солнечный лучик был. Вот здесь у меня кусочек солнечного лучика оставила один. И вот эти 2 уже лаванда. Вот. Так, Астана розовая, пожалуйста. Вот такое количество. Пембе Астана. Киль. Ага. Туркестан желтый. Вот в таком количестве, пожалуйста. Сары Туркестан. Так, Туркестан, да? Окей. Туркестан плитки. Вот такое количество. Туркестан плитки. Потом у нас есть еще Туркестан светлый, мой любимый. Вот в таком количестве Туркестан светлый. Белый Туркестан у меня был, я его тоже отправила в Турцию. Поэтому белого сейчас у меня нету. Вот. Это у нас Туркестан сливки. Крема Туркестан один. Так. Туркестан светлый продолжение. Ачик Туркестан кидалам идем. Уральская. Пожалуйста. Могу ей только хрустеть, но хрустеть прикольно. Уральская, у меня остаток еще есть, вот столечко. Здесь уже мелкие крошки, а здесь совсем мелкие крошки в черном. Вот, это то, что я как бы в воде подержала, они там раздробились. Астана 2. Астана 2. Букадаш. Астана Голд. Такая рыхлая она. Можно ее как-нибудь поесть. Еще до него мы не дошли. Здесь розовая пудра. Тембе пудра. Она такая, просто такая твердая вообще, как камни. Вот. Теперь будем мел. Перейдем к мелу. Будем смотреть, сколько у нас осталось мелочков. Шимде тебе щербакаджас, некадар калды. Так, это у меня Белая гора, Беязда, вот в таком количестве. Здесь у меня пиленные Ватутин валуйчик. Также те, помните, маленькие, да, которые я пробовала, пробники все по половинке остались. Услада здесь есть. И... Так, валуйчик, ватутин, да.
Услада из больших пиленных осталось. Здесь у нас карачан. Вот в таком количестве. Здесь у нас продолжение карачана в таком количестве. Карачан и кипакет калды. Маломихайловский, пожалуйста. Вот в таком количестве. Идеал. Тепещеринский идеал. Знаменский. В таком количестве. Так, Эверест, пожалуйста, в таком количестве. Купила пакеты и решила вот так сделать. Так мне удобно. Суфле. Пукадарвар. Суфле. Яна. Табишердачоклар. Ага. Так, это у нас Белла. Пожалуйста. Вот в таком количестве. Все такие напудренные вообще. Кроме идеала. Здесь идеал, он вообще не напудренный. Остальные все напудренные. Фреш, пожалуйста. В таком количестве. Это тоже не напудренное. Белый велюр. Где он белый и где как велюр, так я не поняла. Вот. Абсолютно не белый. Жасмин. Вкусняшка. Я люблю все сухие сорта, которые со вкусом побелки. И не твердые, конечно же. Вот. Это я их всех люблю. Арктика. Вот в таком количестве. Арктика продолжается, да, у меня две Арктика, Букадар. Так, Бриз. Это все у меня, вот помните, я заказывала Белоснежка. Совсем маленечко кусочек, почему-то никак не пойму. А, вот, и новый Оскол. Вот в таком количестве. В общем, это у меня в основном здесь, конечно, мелочки из мелового царства. Когда-то я заказывала, даже не помню как-то, честно. Половина же я получила в Турцию, а половина у меня осталась в Питере. Дочка отправила в Новосибирск, Новосибирска отправили сюда, в Бишкек. Вот таким макаром оно дошло до меня. Вот. Наших белгородских мелочков, я так смотрю, не очень много. Ну, может быть, что-нибудь надо будет заказать. Ну, пока еще думаю. Песчаночку бы хотелось маленечко. Но не сейчас, пусть хотя бы маленько поедим, да, вот это все. А, и, кстати, вот когда я делала последний подарок, они мне подарили вот такой колосок. Вот такой кусочек. Вот. Это подарок. Ну, тут у меня еще мелочи, мелкое. В общем, это все я отделила. Ну и что-нибудь мы с вами сегодня поедим. Я прям хочу что-нибудь солененькое. У меня там совсем немного осталось. Голубая. Голубую, кстати, я тоже отправила в Турцию. Вот человек сказал, 3 килограмма только возьму. Я от радости прям перевезти в Турцию. На самом деле очень сложно. Очень. На границе оно не высвечивается, и прям вот эти булдыжники вот черными такими видны на телевизоре, и у них сразу сомнения какие-то, спрашивают, что, как, и в общем этот процесс длится тоже определенно минут. И вот это все, как я перевезу, ну это вот прям я не знаю, просто как бы хотелось это все перевезти. Карго, к сожалению, отсюда туда не работает пока. Только с Турции.
сюда можно отправлять. Как бы вот так вот печально относительно этого. Не знаю, как перевезу это все. Так переживаю, так вообще. Прям не могу это все оставить, это же мое родное, вы что. И для моих новичков хочу сказать, это вопросы уже пошли. Я ем 26 лет. Многие, кто там говорит мне, не ешьте там, это невозможно. Понимаете? Ешьте там, делать нечего, что вы там кушаете. Ну, я ваши комментарии читаю, но вам меня не понять. Я очень давно хочу отвыкнуть от этого, но у меня не получается абсолютно, просто. И поэтому я продолжаю это есть. Глотаю я мел 100%, чистый мел, если. Если уже в перемешку с глинами, то я глотаю с теми глинами, которые я могу переварить. Таких глин у меня немного. Светлый Туркестан. Туркестан тоже могу какой-то там из видов глотать. Опять же, не все. Астана, вот это все я не глотаю. Ну, оно мне... Я не могу. Желтая была глина украинская, помните, наверное, я ее глотала, да. Но у меня ее уже там немножечко осталось, кусочек вроде бы остался. Вот, больше нету. А Туркестан светлый, да, я глотаю. И еще какой-то там белый Туркестан могу глотать, которого у меня в данный момент нету. Ну, Туркестаны еще немножко можно глотать, да. Остальное нет, я остальное не могу. И голубая узбечка. Я ее в любом случае глотаю, даже если не 100%, я ее глотаю. Но сегодня я хочу поесть мелочек с голубой глиной, я буду глотать 100%. Потому что прям... У меня там осталось немножечко, которую я замочила. В сухом виде просили меня поесть голубую глину. Я вам сразу честно скажу, у меня не такие зубы. Я вообще боюсь, чтобы там не осталось. Я очень чувствительная. Но если замочить, потом просушить, они уже становятся мягче. В этом случае можно поесть голубую глинку. Но голубую глину я люблю. Она мне очень понравилась. И тогда когда-то нравилась. Но она соленоватая. Поэтому как-то затягивает. Ну и столько соли есть, и тоже вредно. Вот то, что осталось, я его сегодня хочу поесть. Прям так сильно хочу. И я же еще передала в Турцию, и у меня нету вот то, что осталось здесь. И все. Голубая глина стоит 400 сомов. Ну, я не скажу, что это дешево, я не скажу, что это средняя цена для... Вообще это дорого. 400 сом для голубой глины килограмм, я считаю, дорого. Я, конечно, не знаю, как она сюда доходит, может быть, очень тяжело, поэтому у них такие цены, но я знаю, что в Узбекистане она стоит просто, ну, по этим меркам, копейки. Как-то так. Ну вот, надо поискать какие-то источники, где можно достать ее подешевле. Вот. А так бы я еще пару килограмм купила бы, отправила бы в Турцию. Ну, по 200 сомов, например. А опять же, качество, как сказали уже, что качество бывает разное голубой глины. Но вот сколько я брала, качество очень хорошее. За качество это вообще гладкое, чистое и вкусное. Вот. Ну вот, надо постараться найти такое что-то. Собираюсь я домой, наверное, где-то через полтора месяца, я думаю. Потому что хочет приехать дочка с Бахрейна у меня, и надо будет ее дождаться. Приедет она где-то в феврале до 10 числа, дай Аллах. Но надо ее увидеть, потому что дочка приезжает только раз в год у меня, и я ее вижу вот только в таком... такой период, да, как бы раз в год. Хотя она мне всегда говорит: мама, приезжай сюда, побудь здесь. Ну, все по воле Аллаха, наверное, когда-нибудь поеду, может быть, и побуду там, посмотрю, что, как, сниму вам видосики. Вот. Подписывайтесь на мой второй канал HD Mari. Буду вам благодарна. Но у меня там, правда, пока не часто видео
Но дай бог я буду в Турции, там уже будут обязательно часто видосики. Я буду туда закидывать. А пока там то, что есть, посмотрите, подписывайтесь. Вот. Буду вам благодарна, чтобы вы были всегда со мной, как-то терять вас не хочется. Вот. Takipçilerim, ben söylüyorum ki şu tebeşirlerin hepsini götürmek istiyorum Türkiye'ye ama gümrükte biraz sıkıntı var. O yüzden götüremiyorum. Nasıl bunlar burada kalabilir diye çok merak ediyorum. Hem de kaldıramam yani o kadar. Çünkü bu benimki yani sevdiğim şeylerim. Nasıl kalacak bilmem. Hem de kargo, posta, buradan oraya bunlarını gönderse yasak. Gönderebilirim tabii ki buradan Moskova'ya, Moskova'dan Türkiye'ye gönderebilirim. Ama bir kilosu 10 euro bana gelecek. 10 eurodan fazla olacak. Öyle. Çünkü sadece Moskova'dan bana götürüyor 10 euro kilosu. Hem de buradan o tarafa göndermek daha para var. O yüzden onu merak ediyorum, onu söylüyorum. Ha, böyle. Yani. Спасибо вам большое, мои дорогие. Да, кто-то возмущался, что я разговариваю на турецком. Хочу для новичков сказать, милые мои. Я не могу не говорить на турецком. Я живу вообще в Турции. И у меня очень много друзей и знакомых, которые смотрят меня. Я должна о них тоже подумать. И если бы я знала еще больше языков, конечно, говорила бы и на других языках тоже. Но в данный момент это было ознакомление, а так будем хрустить и поменьше говорить, да? А то не любят, когда хрустим, чтобы говорили бы. Там все начинают возмущаться. Ну вот пока такие новости. Еще, что если есть вопросы, спрашивайте. Мне еще раз говорю, 44 года, там есть вопросы. У меня трое дочек. Вот, три дочери, все взрослые, все живут в разных странах, и, в общем, вот так вот, мы все самостоятельные. Вот, показать квартиру, дом, ну, зачем вам это нужно, просили, там, это мамина квартира, как бы, ну, как мамина, она мне подарок оставляет, то все равно пока мамина, вот она здесь живет, поэтому... Показать я вам пока ничего не могу, и я думаю, это вообще личное. Я снимаю видео и поедание мела, поэтому я думаю, вот только это могу вам показать. А остальное все, что уже за экраном, это уже мое личное пространство. То, что могу, я говорю и рассказываю. Вот, есть там люди, которые интересуются, поэтому вот. Самое главное здесь у нас поедание мела. Вот, это самое главное. Спасибо вам большое, дорогие мои. Наверное, совсем заболталась. Кто-то меня не дослушал тоже. Все равно спасибо. Вот. Чок тешекер эдерим такипчилерим. Изледениз ичин. Абоне олум. Лайк атарсыңыз. Чок тешекер эдерим сизе. Севиорум. Хепинизни эпиорум. Thank you, my dear. Bye-bye. До свидания, мои дорогие.